комментарий. Кто представляется Виктору Геннадьевичу Булатову? Ваш комментарий, Клин. Ход поединка предопределил быстрый гол Саратова, забитый со спорного пенальти. Очень хорошо посмотреть этот момент. И после этого гола Воронеж, факел отошел назад и играл на контратаках. И уже оставшиеся 80 минут игра была построена таким образом, что мы пытались взломать оборону, состоящую часто из 9-10 человек. Взламывать тяжело, пока у нас еще такого, прямо сказать, класса нет, чтобы мы могли позиционные атаки раскатывать на поле невысокого качества, не совсем идеального качества, раскатывать и создавать моменты. И поэтому такой итог так и закончилось. Могли мы забить, были моменты, мог и факел второй гол в контратаках забить. Больше сказать конкретно об этой игре нечего. У нас не совсем получилось то, что мы намечали. Сделали ряд перестановок, но контроль был, не хватало остроты, не хватало последнего паса. Именно там, это перед защитниками, чтобы принять, развернуть, вкатить, не хватало последнего паса. Остроты не хватало. И поэтому так все и закончилось. 1-0 в пользу Воронежа. Вы как-то факел перед игрой изучали, просматривали? То есть смотрели, персонально, да. Готовились? Конечно, смотрели с Лисками, смотрели две игры в основном с Лисками и с Подолья. Просмотрели, имели представление, что это за команда, и знали, что нас ждет. Робко начали, и вот одна из причин, что дали шанс факелу входить в нашу штрафную, напряжение создавать. Робко начали, потери были, поэтому у факела возникали эти моменты. Насколько часто у вас на выезде удается таким контролем мяча играть? Ну, у нас такой стиль, мы постоянно пытаемся играть. И в Подольске мы играли так же, и получилось, там 2-0 выиграли. И дома играем. Всегда стремимся к этому, но, конечно, не всегда получается. Быстрая замена Антоникова с чем связана? Ну, человек, в принципе, и класс имеет, но вот как сегодня опять есть болезнь у него. И от борьбы уходил, и скользил. И состояние было неоптимальное. Нестабильность. Первый тайм показал, что он выпадал. Александр Евгеньевич, ваш комментарий к сегодняшней игре. Игра была тяжелая. В установке было сказано ребятам, на первом плане у нас сейчас самоотдача. Борьба на каждом участке поля и строгая игра во всех видах. Компактно, за счет чего мы выиграли в Подольске. И за счет этого, я считаю, сегодня добились нужного нам результата. Что сегодня самое тяжелое было? Вот быстрый мяч, пенальти повели. И, в общем-то, большую часть времени команда без мяча. И вторым номером. Я понял. Мы просматривали игру соперников. Команда Пензы старается играть футбол через пас, пытаются начать атаку от защитников, через полузащитников. И здесь мы умышленно отошли, нападающие отошли к полузащитникам, и здесь в середине поля старались встречать. И за счет быстрых контратак было задание забить гол. А то, что больше они владели мячом, нам нужен был результат, мы его добились. Я считаю, тактически мы переиграли. Самое тяжелое, что было, наверное, те моменты судейские, которые нас удивили, они немножко нам мешали, будем так говорить. Тяжело терпеть было. Видно было, что старались, но еще раз повторяю, никаких провалов у нас не было. Следующий матч факела будет во многом определяющий в борьбе за второе место. Как будете Калуге готовиться? Ну, также в том же режиме, что и готовились. Там ничего нового не будет придумано. Единственное, Бажев, Кириленко пропускает. Здесь мы будем думать, кого куда ставить. А что с Кантонистом? У него там недели три, да? Ну, сказали, да. 3 недели. Здесь надо учитывать, что еще после травмы его надо будет устанавливать, ну, сколько это на это время идет. То есть, скорее всего, до конца сезона? Не будем загадывать, может быть, и подойдет.
надо будет смотреть по повторной снимке делать.